В эфире программа «Действующие лица». Меня зовут Андрей Пахабов. И сегодня мы поговорим с министром финансов республики Ириной Войновой. Ирина Ивановна, на протяжении нескольких лет уже говорят о том, что республиканский бюджет испытывает некие трудности. Расскажите о том, как вы пытаетесь их решать. Работа на самом деле проводится огромная. Как по наращиванию доходной части бюджета, так и по сокращению неэффективных расходов. Главе республики поставлена задача по увеличению собственной доходной базы в сравнении с прошлым 2016 годом на 2 миллиарда рублей. И в принципе успешно у нас данная работа проходит. У нас уже проведены переговоры, подписаны соглашения с крупными нашими налогоплательщиками. И данная задача, поставленная главой, она по итогам 2017 года будет выполнена. То есть собственные доходы будут увеличены в сравнении с прошлым годом на 2 миллиарда рублей. Кстати, я хочу сказать, мы ежегодно прирастаем по собственным доходам порядка где-то на 1,3 миллиарда в среднем. Вот за последние 5-6 лет мы ежегодно прирастаем. Если брать это в процентах, это от 7 до 10%. Например, вот за 2016 год к 2015 мы приросли на 1,5 миллиарда рублей только по резбюджету, почти на 2 по республиканскому, это на 10%. Таким образом, на 2 миллиарда рублей не скажу, конечно, что это очень просто, но тем не менее, достигнуты договоренности. Вот Виктор Михайлович буквально неделю назад встречался с крупными налогоплательщиками, с нашими партнерами, и достигли договоренности об увеличении налогооблагаемой базы. Опять же, хочу отметить, что это не вперед платежи. Не вперед, то есть мы не выбираем уже 2018 год. И речь идет именно об увеличении налогооблагаемой базы. Виктор Михайлович провел ряд встреч очень важных. Самая главная встреча была проведена с главой нашего государства, с Владимиром Владимировичем, где был услышан Виктор Михайлович. Нам удалось доказать свои позиции и на уровне Министерства финансов. И мы были услышаны в Совете Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. И благодаря всем этой огромной работе, всем встречам, нам уже оказана помощь в виде бюджетного кредита 1,295 миллиарда. Все средства были направлены на первоочередные расходы, на социальные выплаты, на заработную плату, на отчисление фонда обязательного медицинского страхования, на лекарственное обеспечение. Что дальше? Дальше мы ждем, буквально уже подписано соглашение с Министерством финансов Российской Федерации по 4 миллиарда 700 миллионов рублей бюджетный кредит. Этот бюджетный кредит будет направлен уже не на расходы, будет направлен на замещение коммерческих заимствований. Во-первых, мы экономим на обслуживании. В год это порядка 550 миллионов рублей. То есть с 2018 года мы уже 550 миллионов рублей можем направлять либо на социально значимые расходы, а не на обслуживание банковского кредита. Это те же заработные платы, социальные выплаты. А можем, в принципе, направить эти средства на погашение государственного долга, который, в принципе, перед нами стоит задача, мы его все равно будем сокращать, уменьшать. Кроме того, на последнем государственном совете, который прошел в Ярославле, президент наш Владимир Владимирович дал, так скажем, поручение правительству Российской Федерации, и оно уже на сегодняшний день оформлено, буквально вот 7 октября подписано, поручение президента правительству Российской Федерации провести реструктуризацию бюджетных кредитов. Что это значит? Реструктуризация. То есть все бюджетные кредиты, которые задолженность по бюджетным кредитам, которая сложилась в субъектах Российской Федерации, они есть везде, во всех субъектах, на 1 января 2018 года, то есть с учетом тех бюджетных кредитов, которые мы в этом году возьмем. Это и 4700, и 1,295. И таким образом у нас на 1 января 2018 года бюджетных кредитов будет 6300. Это почти треть от государственного долга. Вот опять же вызывает беспокойство, да, у некоторых, что у нас в структуре государственного долга очень маленькая доля бюджетных кредитов. Так вот, на 1 января 2018 года, благодаря привлечению 4 миллиарда 700, у нас бюджетных кредитов будет практически треть, 30%. Эти бюджетные кредиты в размере 6300 будут реструктуризированы.
Значит, какая задача поставлена президентом перед правительством Российской Федерации? Со всеми субъектами подписать соглашение о реструктуризации. То есть бюджетные кредиты равномерно расписать погашение на 7 лет. То есть в первые два года это 5% всего лишь от задолженности. Для нас это по 300 с небольшим миллионов рублей. Это в 18-м 314 миллионов, в 19-м 314, в 20-м это 10%, и в последующие 4 года это уже по 20%. Но при этом есть но. Если какой-либо из субъектов Российской Федерации в первые два года, вот которые для всех 5% погашения, показывает прирост собственных налоговых и неналоговых доходов больше уровня инфляции, а это 4%, тому субъекту реструктуризация будет продлена, вот я вам сказала, для всех 7%, будет продлена на 12%. И мы, конечно, претендуем попасть в число этих субъектов. На протяжении последних 5-6 лет прирост собственных доходов у нас в среднем от 7 до 10%. Поэтому в 4% мы попадаем. Поэтому по истечениям 2 лет, то есть 2018-2019 год, в 2020 году, после сдачи годового отчета, Министерством финансов Российской Федерации будут проанализированы все субъекты, в том числе и Хакасия. И если мы выполним за 2018-2019 год более 4%, а мы уверены на 100%, что мы выполним и попадем в это число субъектов, то, в принципе, нам реструктуризация будет продлена еще на 5 лет вместо 7 на 12 лет. Что это дает? Ну, опять же, как я вам сказала, то есть средства, которые мы должны были по ранешним соглашениям направлять на гашение бюджетного кредита, они хоть и даются под 0,1%, но практически бесплатно, но тем не менее этот кредит, который нужно возвращать. Мы будем возвращать в течение 12 лет. Мы проводим сейчас в настоящее время огромную работу с банками. Опять, о чем я уже сказала, после Государственного совета в Ярославле, о чем сказал глава государства, что необходимо заключать контракты, либо вносить изменения уже в заключенные с коммерческими банками по снижению процентной ставки. Мы направили письма во все банки, с которыми у нас, в принципе, есть заключены соглашения, с просьбой о снижении процентной ставки. Ну, посмотрим, я думаю, неделя-две, кто как среагирует. Ну, обычно мы с банками, нам удается договориться, как правило, за редким очень исключением. Но если даже такое исключение будет, и кто-то из банков не захочет снижать ставку, ну, значит, мы просто будем выходить на аукцион, на торги, привлечем другие банки и заместим под 9,5 в любом случае. На этом, кстати, мы можем сэкономить, мы уже считали примерно где-то в год, если это произойдет разовое замещение, например, с 1 января 2018 года произойдет снижение ставок всех на 9,5 наших кредитов, то это в районе 100 миллионов рублей. Важно же не только увеличивать доходы, но и снижать расходы. По расходной части тоже у нас работа ведется огромная по сокращению неэффективных расходов. И, конечно, в первую очередь это расходы на аппарат управления. Тоже мы об этом говорили не раз. Начали мы с аппарата ССО, с республиканского. Мы сократили 10%, это 130 человек. Вот сейчас люди дорабатывают, были предупреждены, дорабатывают, будет сокращение. Кроме того, Министерством имущества подготовлены протокол, подписан он Олегом Валерьевичем, первым замом, по, так скажем, переселению из аренды органов власти и бюджетных учреждений, бюджетных, автономных наших республиканских учреждений из аренды в наши, ну, где-то уплотнение происходит, где-то вот сокращение прошло, само собой немножко помещения высвободились.
То есть расходы на аренду тоже сводим абсолютно к минимуму, ну, если не сказать, даже практически к нулю. Но самая наша главная задача – это, конечно, своевременные выплаты заработной платы, социальных пособий. Ну, я думаю, нашу передачу будут смотреть работники бюджетной сферы. У нас сложилась небольшая задолженность по заработной плате. Мы ждем платежи, и за заработная плата за сентябрь будет в полном объеме погашена. Ну и начнем уже выплачивать аванс. Спасибо, Ирина Ивановна, за продуктивный диалог. А я напоминаю, что это была программа «Действующие лица». Увидимся ровно через неделю.